конференцию, как? Юлия, простите, Юлия. На эту конференцию, которая, казалось бы, про маркетинг. Я не про маркетинг. Будьте добры, презентацию. Я представляю общероссийскую общественную организацию «Опора России». Это 400 тысяч предпринимателей в 85 регионах страны и около 400 местных отделений. Там вообще проблемы с маркетингом финансовых услуг никогда не было и не стоит. Стоит только одна проблема – где взять денег. То есть для каждого из наших любимых предпринимателей, представителей малого бизнеса, вопрос финансирования, он как был на первом месте, так и остался. И по всем опросам и исследованиям пока в приоритете.